конструктивно, опять же, для тех, кто не в курсе, поликарбонат прозрачный, это офигенно крепкая штука. Не ахайте, не беритесь за сердце, с этой лодкой вот это можно делать сколько угодно. В следующем ролике про лодку 1+, фортуту, я буду заниматься вот чем. Мне ребята из Винбота прислали куски вот такого же поликарбоната, только он матовый. Я думаю, что физически он такой же. Я буду заниматься его краш-тестом. Я буду краш-тестить ломом, молотком и кувалдой. Вот только кувалду еще надо найти у соседа. Вот. Тут я не буду, но поверьте, эта штука очень крепкая.